множество грехов.
сейчас стоишь на этом месте, на своих ногах, на то, что ты прославляешь Его своим сердцем, своим голосом, своим сердцем. Поблагодари Его за те чудеса, которые мы видим, о которых мы даже не знаем и не догадываемся. Но мы имеем сейчас эту благодать стоять здесь, на этом месте, и поклоняться своему Творцу, своему Господу, благодаря благодати и жертве Иисуса Христа. Скажи Ему спасибо за то, что я живой, Иисус, за то, что я искуплен от греха, искуплен от смерти. Господь, дорогой наш Бог, слава Тебе. Скажите, не умру я, но буду возвещать дела Господни. Давайте скажем, 3-4. Не умру я, но буду возвещать дела Господни. Давайте еще раз, прям вот с верой в это. 3-4. Не умру я, но буду возвещать дела Господни. Аллилуйя, аллилуйя. Я буду жить, я буду жить. А жить это что такое? Жить — это значит... Что такое жить? Служить, жить и служить. Жить и радоваться, да? Жить и что еще? Для кого что такое жизнь? Вдохновлять. Что такое жизнь? Для кого? Присаживайтесь. Благодарить. Давайте еще скажем, для кого что значит жить? Творить. Для кого еще жить? Радоваться в Господе. Славить Господа. Аллилуйя. Возвещать славу Бога, молиться, аминь. Все живые, аминь? Аминь. Слава Богу. Да, у нас сегодня свидетельство, у нас молодежь, Эдди, ты же молодежь у нас, да? У нас молодежь ездили в тюрьму, и давайте мы пригласим, пусть, кто хочет, выходите, поделитесь.